Список заболевших коронавирусом сегодня утром пополнили еще 6 человек. Все жители Абакана, они госпитализированы в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Таким образом, на данный момент в Хакасии диагноз коронавирус подтвержден у 26 человек. Трое полностью выздоровели, еще у 4 есть подозрения на COVID-19. Стоит отметить, теперь, чтобы получить результаты тестов, анализы в новосибирскую лабораторию «Вектор» отправлять не надо. Их полностью будут проводить в Хакасии, что позволит сократить время подтверждения диагноза. А это, в свою очередь, уменьшит скорость распространения нового вируса. По общей ситуации, на карантине сегодня находятся 299 человек, из них 276 дома, 7 в обсервации и 16 в больнице.